Завтра в Кирове впервые в истории пройдет финал Всероссийской национальной премии в области событийного туризма. О том, как пройдут финальные мероприятия, расскажет Милана Поварницына. На протяжении года проходили конкурсные отборы на соискание национальной премии в области событийного туризма. Участниками конкурса стали почти 500 проектов из 70 регионов. В финал вышли чуть больше 100 проектов участников, в том числе от Кировской области. Победители, а также организаторы событий со всей России, ведущие эксперты в области событийного туризма, маркетинга, связям с общественностью. Всего около 200 человек примут участие в финальных мероприятиях. Из Владивостока, из Ростова-на-Дону, со всей страны сюда приезжают создатели этих проектов, те, кто победили. То есть у нас здесь ожидается достаточно такое ключевое событие в области событийного туризма вообще в стране. Выбор в пользу Кирова как центра проведения финальных мероприятий национальной премии выпал не случайно. Проекты Кировской области успешно участвовали в конкурсах прошлых лет, а губернатор Никита Белых стал лауреатом в номинации «За вклад в развитие событийного туризма». Сегодня регион продолжает демонстрировать свои успехи. Так, в финале наша область представит сразу три проекта. Международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке», проект «Оружие Победы» из города Вятские Поляны. Кроме того, участником финала станет и туристско-информационный центр Кировской области. Ну а для организаторов главная задача – достойно провести финал в городе Кирове. Если говорить по той программе, которую мы подготовили, она очень насыщенная. И в первую очередь она насыщена для участников, потому что практически оба дня будут идти защиты. То есть, что из себя представляет защита премии? То есть, ну, своего рода экзамен. Сидит экспертный совет, есть экран, есть проектор, есть человек, который презентует, рассказывает о том, что он может интересного предложить в качестве событийного туризма. Одновременно с защитой будут проходить обзорные экскурсии по знаковым местам Кирова, а также участников ждут мастер-классы. И уже 4 декабря в Театре кукол состоится церемония закрытия и подведение итогов. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.